Продолжается регистрация на 38-ю открытую всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России». Соревнования пройдут 8 февраля на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в городском округе Химки. Спортивный праздник проводится с 1982 года и является самым масштабным по количеству и географии участников. Интересно, что в прошлом году в забеге приняли участие около 500 000 любителей лыж из разных уголков России. Всех желающих любителей лыжного спорта мы приглашаем, кто еще не успел подать заявку, мы приглашаем в управление по физической культуре и спорту для того, чтобы подать необходимые документы. А именно, это медицинская справка, конечно же, также это документ, удостоверяющий личность, паспорт, либо свидетельство о рождении, и медицинский страховой полис от несчастных случаев. Дистанция для юношей и девушек 2001 года рождения и младше составит 5 километров. Для остальных любителей спорта – 10. Победителей соревнований ждут медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации. Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 498 610 04 14.